О том, что грядут серьезные перемены в технике и технологиях, в том числе и военного назначения, стало понятно еще в 1998 году, после того, как удалось сделать ряд открытий в физике и этим углубить представление о таких фундаментальных явлениях, как движение и движущая сила. Именно в этот период и появилось новое направление в науке, названное ритмодинамика. Стало ясно и очевидно, что традиционные научные представления исчерпали себя и не могут предложить ничего принципиально нового. Ритмодинамика же, напротив, указывает на конкретные шаги и конкретные эксперименты, которые открывают своего рода ящик Пандоры. И было бы глупо не воспользоваться так называемыми вновь открывшимися обстоятельствами. Нет смысла убеждать тем более военных в том, что имеющаяся на вооружении техника по своим характеристикам примитивна и уязвима. Нет смысла и доказывать, что существует иной уровень так называемой неземной техники, принципы работы которой находятся за пределами понимания большинства ученых. Однако и эта неземная техника подчиняется неизвестным доселе законам природы, суть которых нам удалось приоткрыть. Изделия, о которых идет речь в обращении, в большей степени будут похожи на так называемые инопланетные, то есть имеющие характеристики, недостижимые, например, для самых современных самолетов и ракет. В это трудно поверить, но если мы действительно хотим иметь технику, которую никто никогда не имел, нам придется делать то, что никто никогда не делал. Предлагаемый проект находится на начальном уровне по причине долговременного отсутствия к нему интереса. Но в этот застойный для проекта период была проведена дополнительная работа по теоретическому, модельному и экспериментальному его обоснованию. И теперь есть уверенность в том, что это направление нужно развивать. Можно, конечно, найти причину и отказаться, объявив проект утопическим. Но есть хороший пример из истории, когда королева Португалии Изабелла на просьбу Колумба профинансировать экспедицию рассудила мудро. Если Колумб ничего не откроет, то казна потеряет только деньги. А если откроет? Но для нашего времени мудрость такого уровня – это скорее исключение, чем норма. А судя по тому, как потенциальные конкуренты из США тщательно утюжат сайт института, возникает подозрение, что там в недрах закрытых лабораторий уже проводятся работы в предполагаемом направлении.